И снова здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала Науч-студии. С вами я, Сергей Качан. Продолжаем эксперименты с устройством, которое измеряет положительные или отрицательные частицы электростатики. И мне был задан вопрос, по поводу которого, вот посмотрите, если у нас одна сторона заряжена, например, расчески плюсовым зарядом, и мы касаемся до антенны, и она у нас загорается красным, а если с обратной стороны прибора, то она у нас загорается банально синим. Ну и объяснить, как это работает. Сейчас я попытаюсь объяснить со своей точки зрения. Прав я или нет, каждый решит по-своему. Правильное решение, неправильное, вы уже напишите в комментариях сами. У меня есть обыкновенная расческа. Сейчас я ее протяну через свои волосы несколько раз, и мы посмотрим, что у нас происходит. У нас загорелся синий светодиод. То есть отрицательное значение. Кстати, чувствительность достаточно хорошая. А теперь мы эту же расческу потянем снизу. И у нас загорается красный светодиод. А с обратной стороны синий. Еще раз. Загорается красный. А с другой стороны синий. Ну и вопрос заключается в том, если вот эта расческа заряжена одной полярностью, то почему она непосредственно фиксируется разными полярностями? Я предполагаю, когда мы касаемся верхней части, и у нас загорается, даже не касаемся, а просто через воздушную часть, то есть через магнитное поле, то у нас есть один знак. Но если у нас здесь есть один знак, и мы его давим, то с обратной стороны у нас должен появляться обратный знак. То есть, если это минус, то внизу должен появиться плюс. И наоборот, если мы давим в другую сторону знак, то у нас появляется верхняя часть минуса. Я предполагаю, что происходит именно таким образом. Если у вас есть свои предположения, как это происходит по поводу вот этой расчески, или другого материала, ну, напишите в комментариях. Комментарии я почитаю, мне самому точно так же интересно. Может быть, у кого-то есть иные объяснения этого эффекта. Спасибо за внимание. Кому понравился видеообзор, ставьте пальцы вверх. И не забывайте подписываться на канал. Вас еще ждет много-много интересного.